хоть и производитель один и тот же, как бы. Ну, начнем. Притчер 8 недель назад. Притчер — это имя. Отряд Мако, Притчер, Карачи, Пакистан. В Пакистане мы. Вот поначалу я подумал, что это черепаха, но потом понял. Ну, мои впечатления по этой игре. Я поиграл в мультиплеер. Мне там очень понравилось, хоть и графика, по-моему, в мультиплеере совсем другая, как в компании. Может быть, мне так кажется, у кого-то свои, как бы, ну, вкусы, как бы так сказать. Сам видит так, как видит, короче. Вот. И начинается все с того, что мы вырубаем вот этого вот лоха. Талиба этого тупого. Вот так. Все. Мы его кладем аккуратненько. Так, я сделаю чуть погромче. Диалоги.
сейчас начнут учить, как бегать, как стрелять. Ну, вот так вот. Все не так, поняла? Елена. А, iPhone 4. На четверку больше похож. Еще вопросы? И с этого все начинается. Я не буду пропускать видео. Вот эти вот, если их вообще можно пропускать. Но я не буду, чтобы вам было интересней. Понятно. Он может быть где угодно. Ну понятно. Теперь мы играем за Аргира этого самого, о котором шла речь в диалоге. Он какой-то талиб.